полный разворот, затем крутой поворот налево и полный разворот. Чего? Сделайте полный разворот, затем крутой поворот налево и полный разворот. Сделайте полный разворот, затем... Что за хрень? Убирайся! Это же ты меня бьешь! Убирайся! Успокойся, пожалуйста! Но 5 звезд не ждет. Я не водитель, Убер! Нет? Нет, я еду на работу. Сделайте полный. Вот черт. Извини, мне стыдно. Не стыдно. Увидел чернокожую женщину в дешевой машине и по праву белокожего данному богом решил сесть сзади и указывать, куда ехать. Старая как мир, расистская ты задница. Вон отсюда. Понимаю. Похоже на расизм. Но это не так. Мой водитель Убера – темнокожая женщина на мини-купере. Ее зовут Хайасинт Аджанлекоко Бутатембе. Вот я и... Ладно. И Хайасинт так же выглядит. Мы же все на одно лицо. Честно? Блин, да вы, блядь, близнецы. Боже, стоп, она и правда на меня похожа. Хоть генетиком из ДНК, ты выйди. Вас познакомить, что ли? Ладно. Хотя ты симпатичнее. Давайте вы выйдете из моей машины. Спасибо. Слушай. Извини. Позволь загладить вину. Я свой в Сенчур-Сити. Покажу тебе дорогу. Кто сказал, что я потерялась? Сделайте полный разворот, затем крутой поворот налево и полный разворот. Слушай, только быстро. Мне нельзя опаздывать на работу. Конечно, на светофоре направо. Хорошо. Это тебе не шофер, мисс Дейзи. Хорошо. Не убивай меня. Не буду, а ты не убивай меня. Не стану. Ты мне только что накостыляла. Я ж тебя не знаю, блин. Меня зовут Эзра, а тебя? Амира.